Спою Майами, спою Гарри Поттер 7, Объект Павел Челса на втором месте, История, на третьем гадалка Лог. Объект ведет Челса на втором месте, История, с небольшим просветом на третьем месте гадалка Лог, и отстали Гарри Поттер 7 и Майами. Спает Гарри Поттер 7. Участники за это подходят к отметке первой четверти дистанции. За 36,3 секунды пройдена первая четверть дистанции. Гарри Поттер Син сбоит третий раз. Объект ведет Чиасан. Тут же с поля Гистория. В спине у них гадалка Лок. Далее Маяк замыкает допустивший три сбоя Гарри Поттер Син. Бег ведет Чиасан и Гистория. Практически голова в голову, в спине у них гадалка Лок. Вторая четверть дистанции пройдена за 37,5 секунды. Лидеры заезда Чиасан и Гистория. У них в спине гадалка Лок. Отстал Маяк и Гарри Поттер Син. Лидирующая группа лошадей Чиасан Гистория и гадалка Лок подходит к отметке третьей четверти дистанции. Чуть впереди Чиасан. За 33,3 секунды пройдена предпоследняя четверть дистанции. Участники заезда выходят на финишную прямую. Шестого заезда открытого приза для лошадей 3 лет расистых пород. В борьбе на финишной прямой Чиасан, Гистория, гадалка, Лок. Чиасан, Гистория, гадалка, Лок финишируют. Впереди Чиасан. Далее Гистория, гадалка, Лок. Ждем остальных участников заезда. Финиширует второй номер Гарри Поттер Син. Финиширует Маяк.